Всем привет, с вами Денчик, это игра Daylight. Купив эту игру, посмотрев побегов, конечно, все круто. Единственное, что мне не понравилось, это ограничение в 60 FPS при включенной синхронизации. Например, у меня монитор, выше 60 Гц, так скажем, 120 и 44 он поддерживает. Но когда я включаю вертикальную синхронизацию в настройках, то у меня все равно он граничит 60 FPS. И настройки такой, которая поменяет герцовки, нету. Если у вас такая же проблема, то я нашел выход. Для примера, если мы уберем настройки видео вертикальную синхронизацию, соответственно, FPS поднялся, да, но без вертикальной синхронизации, например, мне не кайф играть, если кому тоже, тот тоже поймет. И дальше, как же сделать так, чтобы играть с вертикальной синхронизацией и с хорошим FPS? Все просто. Заходим опять же в параметры, в видео, во весь экран, отрубаем, нажимаем ОК. Экран становится в оконном режиме. Да, проверяем. Вертикальная синхронизация работает. Можно так вот побегать. Да, вертикалка работает, текстуры не раздвигаются. Можно посмотреть на этот столбик. При выключенной вертикальной синхронизации он бы разрывал. Конечно же, играть в оконном режиме не кайф. Заходим заново в параметры видео и включаем во весь экран. Все. Теперь игра работает с вертикальной синхронизацией, с вашей герцовкой монитора, то есть если у вас 75 Гц, там она будет работать 75, будет бить 75 Гц. У меня вот 120 сейчас, и если посмотреть на небо, то будет 120 FPS, все работает. Единственное, это косяк, то что нужно делать это каждый раз, когда вы заходите в игру, но по-другому это не лечится, какими-то там вмешательства в файлы игры. Все, несколько вот этих вот значений, параметры. Сначала мы включаем вертикалку, если кто играет с ней, выключаем весь экран и потом обратно включаем весь экран. Все, все просто. И да, скажу я вам, на 60 FPS, конечно же, мышка имеет свой input lag, так называемую задержку. Кто имеет монитор 120-144 Гц, меня поймет. И сейчас у меня этой задержки нет, с вертикальной синхронизацией спокойно могу играть, хороший FPS, имею свою частоту монитора. Ну что ж, если кому помог, не забываем ставить лайки, подписываться и ждать новых видео. Всем удачи, пока!